DJ Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Stronger. Fatter. Finally, the bass music is the trend. Yeah! Show by DJ Prophet every Wednesday on DFM. In the wake of World War II, the government is engaged in a large number of secret medical experiments designed to help win the Cold War. Айе, всем привет! С вами DJ Prophet, меня зовут Кирилл, Baseline Show каждую среду из студии DFM Stream. Ко мне на страничку ВКонтакте. Прошлые два эфира играл я сам, вдарил по олдскулу, именно Jungle, Intelligent Liquid Funk. Следующий эфир был более текстеповый, более такой техновый. Сегодня у меня гость. Молодой парень, зовут Сашка, Алин Несс, его псевдоним. Саня, здоровайся. Всем привет. Так, как дела, настроение, с чем пожаловал? Давай поближе сюда к микрофону. Настроение отлично, пожаловал с музыкой. С пирогами и с уткой в яблоках. Да, будет немножечко дабстепа, немножечко драм-н-бейса, всего по чуть-чуть. Ну и самое главное, то, что ты продемонстрируешь много своих да, треков. Да, много эксклюзива сегодня будет. Вот, это, вот, да, и свои треки желательно называть, также тех коллег, кого ты будешь играть, какие-то эксклюзивы, премьеры там и так далее. Да, сегодня будет. Отлично. В общем-то, ребята, настраиваемся на прикольный, клевый и авторский музон от наших парней, и в частности от Сашки. Да, в общем-то, делайте громче, лайки, репосты с вас, и, в общем-то, приятного прослушивания. Алине, Сашка, DJ Prophet, Baseline Show. Сань, называй трек, который сейчас играет, и чей он? Трек называется Fallen Soldiers. Это пока что даплейт. Не скажу, где вы. Чей? Мой. Вот это самое главное. И начали, да, мы немножко вот с такого медленного, 140, плюс-минус, дабстеп, такой более диповый, да. Ну и дальше, как обычно, разгонимся до драм-н-бейса. We'll be right back.
пор не верю. Камера? А я думаю, сова. Тоже Санин трек, Алинес, называется... Под названием «Сова». «Сова». Так, это тоже вышел, нет? Нет, еще пока все доплей. Слушай, у тебя столько доплей, ты собираешься их выпускать? Есть вообще где-то терки, переговоры? Переговоры ведутся, да. Ну, там из-за последних событий, скажем. Ну, понятное дело, да. Ну, в общем-то, в любом случае, да, материал есть, готовый к выпуску. В общем-то, предлагайте свои лейблы, господа. Такой проект Black Barrel, из Питера парнишка Женя, у него есть сайт, проект Leo Cup. В общем-то, под этим проектом Leo Cup он выпускает вот такой вот диповый дабстеп, техновый, очень прикольный. А Black Barrel — это drum and bass, дипчик в основе. Так, ребят, будьте на улице аккуратнее, те, кто за рулем, ночью гололед, днем все это подтаивает, конечно же. В общем-то, будьте аккуратнее, да. 3 декабря не за горами, и, в общем-то, мы вместе с Виктором Строгановым едем, летим в Самару на техносферу. Мероприятие под названием Slam Punk. Играю я, Строганов, наш мощнейший back-to-back хардкор и драм-н-бейс противостояние. Также разлом Витька даст мощнейшего драм н бейса, Bloodfire, Геральда, DJ Niv, Canon Project и многие-многие другие. В общем-то, фестиваль в Самаре будет крупнейшим за последнее время, которые проходили, да. Поэтому подтягивайтесь, если есть желание, можно мотануться туда, слетать, угореть, так сказать. Послушать и хардкор, и драм-н-бейса, и техно, и шранса. В общем-то, пройдемся по такой вот андеграунд жести, грубо говоря. Так что 3 декабря, суббота, Slam Punk, техносфера, Самара.
И, кстати, я недавно, буквально на днях, выложил наш Свити Лайв, который мы выступали впервые на фестивале World of Drum and Bass, и все это дело я записал на GoPro. Также есть фронтальная камера с балкона, где показан общак. Поработал над звуком, в общем-то, есть крики из зала, то есть эхо, опять-таки, наложено. Все это передает атмосферу при просмотре либо прослушивании вот этого лайва. Есть отдельно звук, есть видео со звуком, естественно, поэтому вы можете смотреть на моем канале на YouTube, также ВКонтакте на моей стене я залил, где кому как удобней. Посмотрите, те, кто не был, обязательно, чтобы вы представили хотя бы атмосферу, каково это, как это происходит. И наши приколы, подколы друг друга, обломы всякими медляками. И есть и слэм, и джамп-ап, в общем-то, и гребля, да. Много всего, всяких активностей, очень круто, прикольно. Ну и также в машине все это дело можно прослушивать, да. В общем-то, приглашаю, предлагаю. Еще один доплейт под кодовым названием NAV. NAV. Что это в переводе, чё как? Да и пофигу. Да. Короче, ниф-ниф, наф-наф, и один наф отвалился, остался последний наф. Так, ну еще по объявлениям пройдемся. 24 декабря уже, да, состоится Jungle Planet эпизод 5 уже. О как! 5 эпизод. Да, и, кстати, я могу сказать, что я на всех эпизодах участвовал, присутствовал, да, поэтому и на этом тоже. Играю я, диджей Dan to Mind, MC Steppa Style, Untrue, Green Vibes, Kingston, Андрей Hot, MG Free и многие другие. В общем-то, будет два танцпола, я смотрю. Лайнап действительно большой, около 20 человек, а то и даже больше. Все это дело состоится в ДК «Кристалл».
24 декабря, напомню. В общем, официальная встреча ВКонтакте есть. wiki.com/jungleplanet5. Все очень просто. Добавляйтесь туда, смотрите подробную информацию. Где, что, как. Приобретайте, конечно же, билеты. Есть ссылочка для покупки онлайн. Заранее, естественно, будет дешевле, потому что ближе к мероприятию, как вы знаете, билеты, естественно, дорожают. В общем, состав очень насыщенный, плотный, интересный. Так что потихонечку готовимся, да, к завершению этого года. Будем, так сказать, провожать его. Да, 24 декабря, Jungle Planet 5. Ну и вот такие, приступили к блоку Drum and Bass. У меня в гостях Алин Эс, Сашка. Я у микрофона, DJ Profit. В следующую среду буду вновь играть я. Посмотрим, какое будет настроение. Возможно, опять-таки, в старинке продолжу вас радовать и знакомить. Те, кто не знает.
такой, Сань, вкратце про музыку. В какой программе пишешь? Ableton. Так. 11. Ох ты. Слушай, вопрос такой по поводу, откуда ты черпаешь или черпаешь вдохновение, идеи какие-то и так далее. Ну из чужой музыки, наверное, в основном. Чужая музыка, фильмы, игры. Ну как у всех. И долго не слушать музыку, чувак, помогает. Да, кстати, я тоже, ну, так как там готовлюсь к каким-то либо выступлениям тоже, я, в принципе, драм-н-бейс не слушаю там в машине. Не, я иногда я делаю вот прям перерыв, никакого да. бейса, типа, вообще. Иначе оно... Да-да-да, ну, потому что это действительно будет уже перебор и перенасыщение, да, да, особенно да, да. в написании. Это... А бывают у тебя такие моменты, когда ты пишешь музыку, и, ну, замыливается слух, есть такое понятие. И, ну, ну нету прогресса в треке, ты не понимаешь, что дальше, что-то как пробуешь, не получается. Ты бывает такое, что отключаешь ее и включаешь какую-либо другую музыку? Либо просто вот идешь гулять там, ну, отдыхаешь от нее? Не, вообще я, ну, типа, если у меня выбивается время поработать, я все-таки работаю. А. Ну, то есть я или другой проект открываю, или просто что-то другое делаю, но по звуку. Ну, то есть, типа, я не верю вот в эту тему, что надо там отложить, отдохнуть. Типа, ну... Если сел, надо доделать. Сел, взялся да. за гуш, не говори, что ингуш. Не, бывает, что ты просто не знаешь, что с треком делать. Типа, ну, можно что-нибудь... Вот, я про это момент. Можно поделать другой трек. Или покрутить бас, покрутить кик, что-то такое. Типа. А ты не думаешь, что с басом, с кипом или с другим треком тоже может вот скрипти не этот? Ну... Буксануть. Ну тогда надо идти отдыхать. Вот, я правильно. Окей, ладно, немножко, да-да-да. Так, интересно мне было, да, узнать, чего, как у тебя происходит в этом дела. Окей, слушаем дальше. Алина С, Бейс он шоу, DJ Profit. Еще хочу напомнить, точнее еще раз, что Сашка играет очень много невышедших треков, даплейтов, поэтому он даже их не озвучивает, но все-таки я попрошу, чтобы он предоставил трек-лист, где-то что-то будете гуглить, каких-то исполнителей, может быть другие предыдущие ранее вышедшие треки вам зайдут. We'll be right back.
Music. Bass music. Bass music. All the massive rallies in Ethiopia. Так, давай. А это дабка с State Forms под названием... Кирюхе Килаксу, привет. У него, кстати, день рождения сегодня. О, Киру, поздравляем! День рождения. Счастья, радости, да, желаем, главное, здоровья. Да, трек, пока дату релиза не могу назвать, потому что сейчас с этим все сложно, вот, но... Трек вот он. Но в любом случае, да, будем ожидать, и главное, подписан уже. Кирюхе привет большой, да, бывал, был тут у меня несколько месяцев назад. Baseland Show with DJ Prophet. Фултека на эпишке, на дате. Вот, вышла буквально на днях. Как бы слушаем, кайфуем. Да, отлично. Но навьёха Юрке Трафику большой привет. Его лейбл «Дата». Thank you.
Продолжаем озвучивать, Сань, давай. Трек под кодовым названием Cold One. Тоже пока доплеит. Да, твой. И предыдущий тоже твой? И предыдущий тоже мой, да. Да, как называют? Аманита. Пока что кодовые названия. Короче, в общем, в любом случае предоставишь плейлист для того, чтобы трек-лист. Да, трек-лист будет обязательно под апком там все. Да. Ну, напишешь дап, как да, есть. Да. Вот и все. Окей, слушаем. Очень много Сашкиных треков. Ален С, DJ Profit, Bass and Show. Так, ребят, если кто из Самары сейчас слушает в прямом эфире, либо запись, в общем-то, 3 декабря я и Виктор Строганов будем у вас разрывать клуб «Матрица». Ой, клуб «Звезда». Да, прошу прощения, клуб «Звезда». По-моему, она бывшим. В общем-то, 3 декабря, хардкор и драм энд бейс, наше противостояние. Еще многие-многие другие ребята играют. В общем, мероприятие будет максимально насыщенным по музыкальному формату и именно вот этому драйву и, так сказать, жести, мяса. Поэтому всех ждем, приглашаю. Настраивайтесь, уже полторы недельки осталось. Дипового, более такого ментального звучания. Переходим к ликвиду, более приятному. Да, и начинаем, ну, с моей дабки и с трека Microsoft Electro Soul System. Правильно произнес. Да, правильно. С последней пишки на фокусе. Окей, слушаем приятности всякие, греемся. Yeah.
touch that dial. Ладно, сам объявлю. Трек от Алинеса «Too Late». Как он сказал, старенький уже. С лейбла Four Corners, с эпишки на Four Corners. Окей, окей. Очень приятный, мелодичный такой, диповый в то же время, в общем-то, очень.
Electronic dance music on Bassland Show. Давай. А этот трек выйдет 9 декабря на Soul Trader. Это трек с Кириллом Килайксом. Еще раз с днем рождения. Да, еще раз, да. Ставим напоминалочку, ребята. У нас будет сингл. Там два трека, его и мой. Вот это один из них. Окей, слушаем дальше. We'll be right back.
Broadcasting live over the Capitol. Nothing you could do. So keep moving on. You know you make it. И снова наши. Да, этот трек с удовольствием привлю. Это еще один трек Майкерса «Keep Moving On». Последняя пишка на фокусе. Я с него просто тащу. Да, теперь и я тоже. Стасу большой привет. Он, кстати, вот сейчас бдит нашу трансляцию. Я думаю, тоже кайфует и ему приятно для того, что ты представляешь его треки. Да. У нас объявление. Да, в субботу, ребята, всех приглашаю на Ренессанс Москва. Вот. Лайнап Трафик, Антру, Ваш покорный слуга, Хат Гермин и Лина Салар. Вот. Клуб Амстердам, Флакон, кажется, это на Дмитровской. Вот. Всех ждем, будет круто, будет хороший звук. Так что... Да, много эксклюзивного материала, поэтому приходите, танцы, шманцы, обниманцы. Прекрасная композиция. Да, с последнего альбома Боба и Сабвейва. Моя любимая оттуда. Вот прям за душу этот билет берет. Да, парни гениальные, конечно же, нет слов. В общем-то, Боб и Сабвейв недавно выступали у нас на фестивале World of Drum and Bass. Да, должны будем выложить их лайв, и не только их. В общем-то, следите за информацией, да, в интернете, также в нашей официальной группе The World of Drum and Bass. The last night.
Micros — это наш трек, коллаб на Soul Trader. Вышел уже, так что слушайте. Трек название. One Night. One Night. Одна ночь. Одна ночь, один день. Broadcasting live over the Capitol. Еще небольшое объявление. Да, еще пара анонсов вечеринок с моим участием, естественно. Вот. 3 декабря, Питер, вечеринка Абструс. Вот. Также лайнап. Сейчас попробую. Открой назвать. Телефон. Давай. Трафик, Антру, Лок. Это в Питере? Да, это будет в Питере. Сейчас найду афишу, ребят. Будет в Питере 3 декабря. Traffic Control Lock, Nami, Grim Hellhound. И вроде бы все. Хватит. Вот. Да, всем хватит, я думаю. И что вот, там и 17 еще... декабря, день рождения, даты. Вот, 4 уже года. Чао, уже 4. Я, кстати, играл на одной из первых там, я помню. Да, ну вот. Потусил. Да, поздравляем, Юрка, Трафику, большой привет. Жду приглашения. В общем-то, Сань, давай, давай приветы кому-либо, друзьям, мама, папа. Да, привет всем, кто слушает, в принципе. Всем спасибо. Да, ребят, поддерживайте наших артистов, в общем-то, Алинес в
ВКонтакте, добавляйте все записи, ставьте лайки, больше прослушиваний, больше просмотров там и так далее. Этот эфир приходите скоро... на вечеринки обязательно. Да, конечно, обязательно, да. В общем-то, в следующую среду буду играть сам, сделаю что-нибудь интересненькое, возможно, опять-таки на 2 часа меня хватит, разойдусь таки. Ну, короче, посмотрим. В общем, всем хорошего настроения, прослушивания, берегите себя, будьте здоровы. Всем пока. With DJ Prophet. Ну вот, типа того. Все. Все. Всем спасибо.